Росздравнадзор России выявил в Дагестане нехватку тестов на коронавирус и лекарств. Ранее республику посетила комиссия федеральной службы, которая проанализировала деятельность регионального министерства. Итоги анализа уже опубликованы. Основной проблемой субъекта в документе обозначено недостаточное количество тестирования населения на COVID-19. Связывают эксперты это отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов. Также выявлена нехватка кадров в амбулаторном звене, отсутствие системы мониторинга пациентов, которые лечатся на дому. Кроме того, отмечается, что перепрофилированные для лечения больных коронавирусом медучреждения работают слабо и мало обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты. По результатам анализа региональному Росздравнадзору поручено провести проверку Минздрава Республики.